Свое выступление Мария Мирабова начала со слов приветствия. Певица призналась, что счастлива выступать в Абхазии и поблагодарила всех, кто помог в организации концерта. Я благодарю компанию «Батека Интерьер». «Батека». И нашим партнерам компании «Аквафон». Дальше не буду читать, дальше скажу от себя. У вас потрясающая публика. Теплые люди. Специальным гостем концерта стала певица Мадина Кварацхелия, которая исполнила песню на абхазском языке, а также спела дуэтом с Марией Мирабовой произведение французского композитора Мишеля Леграна. В этот вечер в Госфилармонии практически безраздельно царил его величество джаз. Исключением стали композиции, с которыми Мариам завоевала любовь широкого зрителя в телепроекте Первого канала «Голос». В качестве приглашенных гостей на концерте присутствовали ребята из Сухумского центра реабилитации. Представители компании «Аквафон» вручили им наборы фирменной сувенирной продукции. Сегодня мы все стали свидетелями замечательного действия. Теплый, сердечный концерт, который Мария Мирабова подарила всем нам. Именно поэтому вот этот импульс добра и тепла сделал так, что сегодня в зал были приглашены организаторами концерта, были приглашены дети из реабилитационного центра детского. Сочли нужным уделить им небольшое внимание, что у нас вот получилось. Такие концерты, да, их можно рассматривать как возможность социализации детей вот с такими особенностями. Концерт завершился автограф-сессией. Все желающие могли пообщаться, сфотографироваться с певицей, получить подпись с пожеланиями. Для многих личная встреча с Марией Мирабовой была долгожданным событием. Появление такой звезды, я считаю, мирового уровня в Абхазии, это огромный прорыв для нас, и хочу сказать огромное спасибо организаторам за такой необыкновенный концерт. Лично для меня сегодня сбылась еще одна маленькая мечта. Я за Марией наблюдаю уже очень давно, еще до проекта «Голос», а после «Голоса» я просто в нее влюбилась. Абхазский зритель очень тепло принял Марию Мирабову и коллектив «Мирайв». Оказалось, что ценителей джаза в нашей стране немало. Люди покидали филармонию в приподнятом настроении. Как будто я окунулась в другую совершенно атмосферу. Поблагодарить хочу организаторов этого концерта, музыкантов, певцов. В общем, я счастлива. Очень понравилось. Живем и наяву увидеть ее. Очень интересно было. Вдохнули. Своими впечатлениями о концерте и пребывании в Абхазии поделилась и сама Мария Мирабова. Певица призналась, что ее семья получила колоссальный заряд энергии от моря и солнца, и что они с удовольствием приедут в Абхазию еще не раз. Я говорю спасибо как исполнитель, говорю за весь коллектив, который счастлив абсолютно от такого зрителя, от такого радушного приема, от такой любви, которая, конечно же, вдохновляла нас. Я счастлива буду приехать еще раз и приехать уже с другой программой, например, у нас есть расширенный состав с духовой секцией. Я буду счастлива, если мы сможем показать и эту программу. Надежда Боровикова, Сасрыкуа Агухая, Абазанова.